Экс-министр общественных работ Аргентины Хосе Лопеса поймали при попытке спрятать 8,5 миллионов долларов на территории монастыря. Его задержали после анонимного сигнала. Лопес попробовал подкупить прибывших полицейских, а когда это не удалось, обвинил стражи порядка в попытке кражи денег, которые он якобы собирался передать в дар монастырю. В ходе обыска автомобиля Лопеса были найдены ювелирные изделия, дорогие часы и оружие, на которое не было разрешения. В настоящее время его поместили под стражу. А президент Аргентины назвал позорным поведение экс-министра. Бывшего министра Лопеса поймали с 6 сумками и чемоданом, где были деньги, драгоценности и оружие. При нем было около 160 упаковок с различной валютой. Формальная причина задержания – отсутствие разрешения на оружие. Монахи не рассказали, что в этот монастырь заезжали и другие чиновники из бывшего правительства.